постановление о твоем освобождении. Игорь. А ты уверена, что этот парень тот, кто тебе нужен? Мам, мне хорошо с ним. Solitary hunter, I guess simple. Сам-то куда? На службу. Я ж мент. А может, и за Викой вернулся? Может, и за Викой. Она тебя любит. Кто? Капитан Виктория. Я хочу отомстить за смерть своих родителей. Может быть, вам проще отказаться от мести? Проще, но не лучше. Договор же проверяли. Разумеется, все в полном соответствии. Принеслась. Ты уже один раз пытался отомстить. Я буду пытаться дальше. А тебе я советую, пожалуйста, живи своей жизнью, а я буду жить своей. Я молодой и амбициозный, а вы жадный президент. Я готов на твои условия. Не трогай ее. Вика. Вика! Мы теперь оба с тобой одинаковые.